Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад Таро, прогноз на октябрь месяц, знак зодиака Рыбы. Расклад мы сделаем на самые основные моменты, которые у вас будут в октябре месяце. Итак, общая характеристика месяца. Работа, финансы, личная жизнь, на что нужно обратить особое внимание, что уходит, а что наоборот приходит, и совет для вас. Дополним картами Таро. Общая характеристика месяца, работа, финансы, личная жизнь, на что нужно обратить особое внимание. Что уходит от вас, что наоборот приходит в октябре, и совет для вас от карт. Так, общая характеристика месяца. Здесь указана кража. Возможно, вы что-то потеряете в октябре. Либо наоборот, у кого-то возьмете что-то ценное. Это не то, что вы у кого-то украдете, нет. Это что-то вы позаимствуете у кого-то что-то ценное. Но все-таки получается, видите, какая карта. У вас будут потери, вы будете находиться в стагнации, но это не материально, да, не то, что взять, потрогать. Эмоции будут сильно по этому поводу. Возможно, образно говоря, у вас украдут, уведут мужчину. Поэтому вы будете находиться в таком состоянии. В никаком, можно сказать. Давайте дополним эти карты, потому что уж очень они печальные. Что у вас заберут? Ну, опять, видите, выходит король. Ладно. Работа. На работе вы будете проявлять очень такую хватку. Будете действовать решительно. У вас очень развитая интуиция, вы знаете, что и как нужно делать. Вы четко планируете свою работу и понимаете, что вам нужно, какой результат нужно получить. На работе у вас все достаточно организовано и спланировано. Вы четко понимаете и знаете, что там нужно делать, как и зачем. Все хорошо на работе. Финансы. Запор. Финансы от вас закроют. Причем через официальные какие-то дела. У вас будут закрыты глаза. В двойственной ситуации будете находиться
будут манипулировать вами. Но что это может быть? Возможно, у вас были кредиты, ипотеки, не знаю, там какие-то долги. И у вас придет, закроют вашу карту, но заблокируют. Либо там снимут, сейчас, насколько я знаю, не блокируют, но вот снимут определенные количество денег, там в процентном соотношении всегда снимают, или придет, вам насчитают через наши власти там 3000 рублей, и у вас на счету, к примеру, лежало всего 3000 рублей, и они у вас их снимут. То есть через официальные дела вас заберут, закроют финансовые доходы. Ведь вы ничего сделать не можете. То есть это уже решение принято, обжалованию не подлежит. Возможно, не все заберут, как 50 на 50, половину. Но, скажем так, общая характеристика, то есть расклад же общий, общие финансы вы потеряете наполовину. Куда-то какая-то часть у вас все равно останется, совсем такого, что ее забрать не будет, а какую-то часть у вас заберут. Личная жизнь. В личной жизни вы находитесь в тупике, будете находиться в тупике. Потери. Потери. Вы достаточно в жестких таких энергиях, холодных, королева мечей. Сказала, как отрезала, очень сильная женщина. Возможно, из-за этого вы стоите в тупике. И вот видите, в самом начале выпало то, что мужчину какого-то могут увести у вас, да? И из-за этого у вас произойдет тупик. Будете переживать. На что нужно обратить особое внимание? Коса. На то, что некий мужчина что-то вам отрежет, пути какие-то, закроет пути. Поставит вас в отшельника. На это нужно обратить внимание. Давайте я дополню здесь. Что это за ограничение? Что это значит? Что за отшельник? Обратите внимание на окружение, какой-то мужчина в вашем окружении есть. Связано это, опять же, с финансами, который вам закроет, прям вот отрежет путь на перспективу в прибыли. Обратите внимание на этого мужчину и вовремя, сделайте себе подушку безопасности, что ли, потому что и на финансах у вас выпало, что вам не очень там хорошо будет манипуляции, запреты какие-то. Поэтому и здесь вам говорят особое внимание обратить, и это идет от какого-то мужчины. Он вам закрывает перспективу на прибыль. Что уходит? Сплетни уходят. Сплетни уходят от вас.
страхи уходят от вас. А вокруг вас что-то летало, веяло какими-то нехорошими разговорами. И это вас какую-то, ну, не панику, но вот вас очень это сильно расстраивало, у вас даже могла болеть голова. То есть это от вас уходит. Что наоборот приходит? Приходит свобода. Свобода в каких-то действиях, перемещениях. Свобода от притяжения кому-то или чему-то. Вы можете творить, создавать то, что вы давно хотели. Это к вам приходит в октябре. Совет для вас. Но мудрость. Поступайте мудро. Двойственная ситуация в любви, поэтому вам не нужно конфликтовать. Найдите решение, если ваш мужчина, который с вами, с которым у вас какие-то отношения, решит уйти, не держите его, поступите мудро. То есть если... Чем для человека, если ему что-то запрещают, он наоборот к этому стремится, ему больше этого хочется. Поэтому если вы будете его ограничивать в действиях, он наоборот будет сильнее тянуться туда, куда он хочет уйти. Наоборот, отпустите его. Карты вам говорят, не держите. Если это ваш мужчина, он с вами останется. И он любит, значит, он вас любит, и вы будете вместе. На этом все. Спасибо, что посмотрели расклад. Хорошего дня, всего доброго.